Вот я и открыла купальный сезон. Обалденное море, друзья мои. Все так классно. Эндер не пошел купаться. А я вот скупалась. Ну, долго мы не засиживаемся, потому что сейчас 12 часов уже. Начало первого. Мы вечером придем вот сюда. Там и будет у нас сегодня праздник. День молодежи и спорта. Вот там, посмотрите. Музыка уже доносится. Там ярмарка будет, что-то, какое-то представление будет. И посмотрим, мы должны успеть. Так что мы возвращаемся домой с Эндерчиком. А Эндерчик не захотел купаться. Ой, может потом... Эндерчик смеется. Может потом как-нибудь я его тоже уговорю ломашком. Сен неден юзмединес. Алла табелирмесенс. Не любит он море. Бенимля берабирся в Денбирас. Он же снигды Дангильби, города Денис Йок. Меня снигды да я шамаду. А манерды, кызыл джадан. Хич я шамаду. А манеден боли. Денис дан я шамадын. Он яшиндан бер. Денис дан да я шамадын о заман. Чунку бен яшадым, Денис де бен некадар севиорум. Я говорю, ты, значит, не жил возле моря, поэтому я жила и выросла, родилась возле моря черного на берегу. Я не представляю себе лето без загара и без моря. А он безразличный, он у него такой деревенский койлю загар. А я не люблю такую койлю. Понимаете? Тем более сейчас уже и тело я, как говорится, работаю над телом. Ну вот все, идем мы домой и ждите интересных событий. Кстати, у нас хорошая новость. Вчера вечером немножко огорчились мы с Эндером. Бабаджим немного плохо было, и мы очень расстроились, очень. Но он отказывается от еды, тошнота, не хочет вставать, а ему врач назначил вставать и двигаться постоянно. И сегодня ему должны были сделать рентген легких, почему у него так состояние ухудшилось. Ну, без температуры. А сейчас они позвонили, что он... Мы позвонили, естественно, они их выписывают. И сейчас только что Анельчик позвонила мама и сказала, что они дома. Так что вот, вот такие вот у нас новости. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Дорогие друзья, мы идем на концерт, концерт, которого не будет. Так вырядились мы с ним в белом-белом, в белом брючке. Посмотрите, какой у меня муж. Красавчик. Идем поснимать, не знаю, что там мы увидим с вами, но посмотрим. Ашкем говорит, ничего не будет. Это говорит же не спортсмены с Украины, чтобы хорошо выступали. Наши, говорит, ничего не умеют. Я говорю, не может быть такого. И ваши тоже очень красиво умеют. Ты, наверное, не знаешь. Пойдем, говорю, посмотрим. А что нам от этого будет? А? Надо успеть. Может, мы на час-полтора искупалась сегодня. Самое главное, сезон открыла.
видите? Ух ты! Дома думаю, да что такое, что и за звуки такие. Оказывается, вот парад, колонна идет спортсменов, велосипедистов, видите, вот тут вот. Думаю, да что такое, скорая, что случилось? Вот какой праздник в Турции. Ну а мы сбежали, потому что муж так боялся он заразиться. Я-то вообще уже забыла про вирус этот, вошла в этот праздник, влилась, так хотелось и плясать, и танцевать. А, НДР по-другому. Все, друзья мои, я все сделала. Сейчас у меня начинается два вебинара. Один по нейрографике, другой по йоге, правильному питанию. Не знаю, как я успею два посетить. Один с компьютера, один с этого. Буду запись делать. Ну вот, я заинтересовалась нейрографикой. В общем, смотрите, видите, все. До скорых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.